Хочу, кстати, показать недавний заказ от Avon, который я заказывала уже давно. Вернее, я его давно хотела, но все никак не знала, где его заказать, у кого заказать. То сама зарегистрировалась, потом оказалось, что там какие-то у них правила на какую-то сумму, что-то там надо делать. Ой, короче, такой геморрой. Организация Avon нашла мне человека, который живет недалеко от меня. Куратор, по-моему, как-то так. Короче, не суть. В общем, у этой женщины я сделала заказ. Ну и вот такие штучки я заказала. Насыщенный уход из серии NU. Ультрапитательный крем для лица. Он просто обалденный. Девочки, да и мальчики тоже. Очень быстро впитывается. Вообще нет следа и намека на то, что вы что-то наносили. Но при этом кожа ухоженная. Нет ощущения на лице силиконов каких-то. Вообще присутствие чего-либо, поэтому очень даже могу посоветовать. И также из серии New я заказала такую своего рода мицеллярную воду, но здесь она называется просто очищающим средством для всех типов кожи. Очень мне понравилось, я ею довольна. Не знаю, как снимает макияж, я еще не пробовала. Я ею снимаю грязь с лица, наношу вот этот крем, и все супер. Ухоженная кожа, и мне это нравится. Заказываешь на 600 рублей, и в подарок, ну как в подарок, по скидке за 200 рублей вы получаете вот такую вот водичку из серии Today, Tomorrow, Always под названием In Love. Я ее просто хотела попробовать, не знала вообще, подойдет она мне или нет. Запах свежий, немножко своеобразный, когда выветривается, он очень отдает какими-то, что ли, немного древесными нотами, как в мужских туалетных водах, что-то такое. И мне это не очень нравится. Использовала уже довольно-таки много. Что хочу заметить, она очень и очень стойкая, девочки. Это просто бомба какая-то. Я не помню, чтобы у Avon были такие стойкие воды. Я, правда, из дорогих особо ничего такого не пробовала. И держится почти целый день. Я ощущаю еще ее и вечером. Ну, вот эти отголоски древесные. Вчера ходила гулять и нанесла 2 пшика. Так до самого вечера стоял просто неимоверный аромат. И мне это очень нравилось. На коже даже долго остается. Хочу еще воду попробовать Today, которая из этой серии, именно 30 миллилитров, не хочу большие брать. Вот такая малышка, вполне ее хватает надолго, мне кажется, я это даже не допользую, короче. Рука устала. А я, в общем, пойду, буду заниматься делами. У меня каждый день какая-то уборка. Меня это уже так запарило. У меня не грязно, ничего, но нужно поменять белье, хотя я 2 дня назад, вернее, ну да, 2 дня назад поменяла его. У меня просто произошла небольшая травма. В общем, нужно было эту травму залепить, но я ее вовремя не залепила, и поэтому просто вымазала кровать. Я тут в ожидании чуда сижу, жду, пока приедет мама молодого человека. Прочитала некоторые комментарии к видео, по-моему, дневник Жирухи номер 10, где я выложила такие кусочки. Всем показалось интимного характера. Заголила ляшечку где-то. И у некоторых взорвался мозг по этому поводу. Я представляю, что было бы, если бы я выложила фрагменты, которые я отсняла уже давным-давно, с похудением до и после. Это было бы, наверное, вообще... Меня бы, наверное, назвали просто последними словами, потому что там я в одних трусах. В кадре видна нижняя часть тела, но от этого, я думаю, никому не стало бы легче, а наоборот. Я не понимаю, почему люди так реагируют. Это то же самое, что купальник. Реагируйте легче и свободнее относитесь к этому. А то некоторые ведут себя как дети какие-то, либо очень озабоченные дети. Тоже из разряда таких косметических средств закончила тоник от Garnier. Посмотрела видео Ковки The Cat очередное, там, где она рассказывала про уход и всякие компоненты, которые входят в состав уходовых средств. Так вот, она озвучивала, по-моему, касторовое масло. Если оно входит в состав тоников, то считайте, что забитые поры вам гарантированы. Не знаю, с этим тоником одно время было такое, что мне показалось, как будто он забивает мне поры. Но я его допользовала, и в принципе-то в
целом лицо нормальное у меня осталось. Что хочу показать, так это вот такое вот средство от Lush. Я жалею вообще, что купила его. Когда мне его посоветовали первый раз, я скептически к нему отнеслась, и не зря. Оно очень деликатно, очень нежно очищает кожу и в то же время смягчает. Можно даже после умывания этим средством не наносить никакой крем. Оно практически не смывает косметику и грязь. Если я им умываюсь, то после протираю лицо тоником и понимаю, спонж грязный. Это вообще бесполезная вещь, никому не советую. Готов ты из этого места с готовым колосом? Мишка. Ах ты, барбос. Угу. Цвета разные у нее. Сижу в Романовском сквере. Это такой у нас очень красивый парк, когда все цветет. У нас такая погодка классная, тепло. Я не знаю, когда выйдет именно этот фрагмент. Видео не выходили неделю, и мне писали некоторые люди, что ждут моих роликов. Мне очень приятно, но сейчас нет возможности вообще даже что-то снимать. Небольшие перемены в жизни, и из-за этих перемен у меня нет сейчас возможности снимать ролики. И у нас мама молодого человека дома. Я не могу при ней снимать ролики. Не хочу, а не могу. Мне просто неловко даже. Поэтому то, что я наснимала, будет периодически выходить. И, к сожалению, так как много времени я посвящаю другим делам сейчас, мне нет возможности их смонтировать. Пару роликов я уже практически смонтировала. В скором времени они выйдут. Я просто думала, что у меня будет возможность уделять время каналу, но пока у меня нет этой возможности. Как она появится, я обязательно буду снимать, выкладывать ролики. Просто сейчас такой период. Спасибо вообще всем, кто поддерживает меня, кто переживает, куда я пропала, что со мной, как. Я не пропаду, я обязательно буду вести канал дальше, кому это интересно. Надеюсь, у меня зубы не в шоколаде. Ну и, конечно, в скором времени ждите влоги, что, как в моей жизни происходило. Вы серьезно? Что это? Капец! Что за негатив? Что за сопли? Вот это пиар! Вот с кого нужно брать пример. Вообще феромирщиной попахивает.